Здравствуйте, с вами магазин «База Автозвука». Сегодня мы рассмотрим дневные ходовые огни с функцией повторителями поворотов. Модель DRL651. Поставляется комплект фирменной коробки. Внутри у нас вот так вот все красиво упаковано. Давайте по порядку посмотрим. Две лампы идут ходовых огней. То есть на 6 диодов каждая. Диоды мощностью 1 Вт идут. Задняя часть металлическая, для того, чтобы поглощал металл тепло, то есть и диоды не перегревались. Ну и передняя часть — это пластик идет. Подключение идет через вот такие вот разъемы. Вторая лампа абсолютно идентичная. Полностью герметично все заклеено, пыль влагозащищенная, для того, чтобы влага не попадала внутрь, то есть не повредила диоды и подключение. Имеется также крепление для данных фар. Два крепления металлических, вот таких вот, и 4 самореза. Ну и, конечно же, провода подключения. Вот такие вот. Лампы подсоединяются, вернее, подключаются сугубо на 12 вольт. В подключении ничего сложного нет у нас. Так, подсоединяем одну лампу и также подсоединяем вторую лампу. Все у нас, в принципе, готово. Осталось только подключить плюсовую клемму и минусовую. Что мы делаем? Лампы у нас загораются. Давайте выключим свет для того, чтобы лучше видеть, как они светят. Световой поток идет белого цвета, но немножко с голубыми точечками, вот такими вот. Ну, достаточно очень красиво, но что самое главное, ярко. Так, и у нас есть отдельные два провода для того, чтобы подавать сигналы поворотов на наши ходовые огни. Вот, у нас на одну подается. И на вторую можно, ну, как аварийка, вот такого вот плана будет мигать. Достаточно очень ярко, и что самое главное, заметно будет всем. При покупке на комплект распространяется гарантия. Более подробные характеристики и стоимость комплекта ходовых огней вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.